Ну надо же. Всю дорогу проспал. Отсыпается парень. Эй, матрос, подъезжаем. Я, как вырасту, теж буду матросом. Будешь, сыночку, будешь. Эй, матрос, тебе куда? На корабельную, в центр. Садись, я как раз до заправки. Отлично. Где служил? На севере. Мурман. Как там у вас? Тихо? А че? Нормально. А в отпуске был? Да как-то не сложилось. Так 3 года подряд и протрубил. Понятно. Извини, не рассчитал. Да ладно, не переживай. Как зовут? Валера. Меня Кирилл. Очень приятно. Мне тоже. А ты где служил? В Афгане. Ух ты, нормально, повезло. Так, докладывай, да. Что там стало. Хорош. Докладывай, что там стало у вас. Ну как тут у вас на гражданке-то? Не соскучишься. Слушай, ты постой, я сейчас заправлюсь, подброшу мигом. Да ладно, мне тут дворами ближе. Подожди, Валер. Что? Вот мой телефон. На всякий случай. Если тошно будет. С чего бы? Ну так, мало ли. Позвони, я буду рад. Ладно. Счастливо. Счастливо. Бабзина, здравия желаю! Ой, здравствуй, здравствуй, мой здравствуй. Хороший, родной, вот маленький радость будет, да? Валера. Здорово, батя! 3 дня ждем, мать извелась, понимаешь? Тихо! Маму! Тихо! Она дома, нет? Дома, дома, прилегла маленько. Мать! Ой. Валерка, с ума ты спугнил! Поставь на место, уродище!
Маленькая моя хорошая. Тихо, ой, тихо ты с ней. Кто это? А? Догадайся, кто это? Не знаю. Ну, узнал? Нет. Неужели не узнал, а? Сколько же мы с тобой лет не виделись, а? Лет 15, наверное, ты да? Ты еще подольше не приезжал. Да кто это? Валерочка, это ж дядя Гордей. Ну, здравствуйте, дядя Гордей. Здравствуй, Валерочка. Так любил. Мужики, давайте на кухню приготовить что-нибудь. Да, хорошо. Ничего, Саш, позвони Тарабанову. Василий Васильевич так будет рад видеть Валерочку. Тарабанов все еще в директорах. А как же, на своем месте. Отлично. Потихонечку, пошли, пошли. Домой, вот и дома. Ух, родители. Телек купили. Цветной. Вот это молодцы. Объявить благодарность. Это министр отцу подарил. А машину не собирается министр дарить? Ну, хоть маленькую. Я б не отказался. Хрусталят, хрусталят. Что же ты так долго? Телеграмму получили, а тебя все нет и нет. Нет и нет. Да мне надо было через Ленинград. А что у тебя там в Ленинграде? Ну-ка на, мамочка, примерь. Ой, спасибо. Ну, сынуль, ну что там в Ленинграде-то? Да видишь, какая история. Мне ребята все советовали. Потом у меня куча грамот там по художественной самодеятельности. И завклубом наш мне рекомендацию написал. Ну, в общем, все говорят, давай прямо к нему. Ну, я и рванул. Кому? Ну, Товстоногову. Зачем? Че, врубил ему монолог Гамлета, быть или не быть. Хотя, думаю, зря, надо было что-нибудь комедийное. Ну, он ничего, выслушал так. Говорит, фактура у вас хорошая, только надо расти. Куда расти, я чуть не понял. В общем, мне не понравилось у них. Я так думаю, лучше в кино. Мне ребята сказали, там главная фактура. Так что на следующий год во ВГИК буду поступать. Но не получится. В спорт рванем. У меня там тоже кое-какие успехи имеются. Ничего, мамка, прорвемся. Не волнуйся. А где Валера? Там, у себя. Саш, ну как у тебя? Помочь? Валер, а я ведь на севере тоже служил. У нас была вертолетная база. Ребята молодые, веселые, хорошо жили. И тут вот этот случай. Я и бортмеханик полетели к рыбакам на озеро. Соль они мало взяли. Ну, давай помоги, помогу. Да. Что ж ты так зашиваешься? Ну, давай. О, о, все, все, спасибо. Ну вот, рыба тухла. Бортмеханик в клочья, хоронить нечего. А меня и венки на пятый день нашли. Говорят, полз весь в чешуе, как русалка. Вот с тех пор не заладилось у меня. Правда, пенсию дали по инвалидности. Но это я потом тебе свою жизнь всю расскажу. Зачем? Ну как зачем? Для примеру. Вот дожил я до того, что у меня ни семьи, ни дома, как говорят Николай, ни двора, ни черта нет. А могу и не рассказывать. Угу. Ты даже не поверишь, я там на танцы стал ходить. Ты? Да. Даешь. У нас, ты знаешь, там в этом в общежитии была дискотека. Но вот я пристрастился и трясусь с ними. Им смешно, и мне веселее. О, хорошая фотография. Это ты, да? Угу. Хорошо. Сейчас я свои покажу. Ну, давай. Это я еще без усы. Ух ты. Твоя машина? Бывшая моя. А вот это мама твоя в школу пошла. А вот это кто? Ну кто? Ну я, наверное. Да, точно. Одна единственная осталась. Надо размножить. Ой, слушай, Валера, извини, пожалуйста, я тут свое хозяйство. Ничего. Потирушки устроил. Я сейчас все уберу, не беспокойся. Это твои хомяки. Мои. Забавные зверюшки, да? А ты вообще надолго у нас? Да твои родители говорят, живи сколько хочешь.
пропишем, на работу пойдешь. Ну. Да мне-то что, живи. Только знаешь что, эта комната, она моя. Так что ты раскладушку куда-нибудь туда поставь. Видишь, мы в кубрике тесно жили. В два яруса спали. Хочется побыть одному. Ну еще раз, с возвращением, отмучился служивый. Да нормально. Мне там нравилось. Правда. Каждый знает свое место. А ребята были исключительные. Повезло. Ну, что, Сань, ребят, Саня, садись. Да? Саня. Слушай, ну, садись, не могу. Садись, садись. Саня, сядь сюда, сказал. Ну, Сань, Саня. Ладно, пусть идет. Слушай, сними кепку, а. Ну, я же тебе сказал, это мой талисман. Оставь ты ее в покое, я даже сплю в ней. Добрый вечер, Антонина Васильевна. Добрый вечер. Не забывайте нас, не забывайте. Ну, был один у нас. Письмо получил. Там невеста ему изменила. Ну, обычная история. В общем, закрылся в сушилке, не пускает никого. Ну, мы дверь саданули, а он... Псих, что ли? Слабак. Ну, женился на другой, делов-то. Вообще, вопрос раздули. Какой вопрос? Да любовь. А мне, если женщина хорошая, чего ее не любить? У меня какие требования? Какие? Чтоб верные. Хозяйственные, мама не обижала. Все. Встречу такую, женюсь сходу. Народу сколько? Ну да, я. Смотри, смотри, видишь? Узнаешь ее? Нет. Ну как же, ну Арина вместе с нами в седьмом училась. Потом художественный перешла. Ну что, в бар пойдем? Я от нее просто в шоке. Хочешь, приведу? Ну ты что, Валер? У нас же нет ничего. Хотя знаешь что? Давай-ка Саню расколем. Ты знаешь, как он здесь гад заколачивает? Только ж можешь шутки. Давай. От него не убудь. Давай. Кали Саню. Ага. Сейчас приведу. Так. Саня! Коктейль? Хорошо. Арина? Ну, допустим. А ты кто такой? Твой жених. Пришел за тобой. Не узнаешь. Значит так, бутылочку шампанского и фруктов на закусь. Все. Понятно. Договорились? Да. Только бабок у нас больше нет. Ты сам понимаешь, солдат, да непризванный художник, да я студент. Понятно. Ладно? Договорились? В пятом классе, после урока физкультуры, в раздевалке, я сделал тебе предложение. И что же я? Ну, ты сказала, что я дурак, но, тем не менее, замуж выйти пообещала. Когда вырастешь? По-моему, уже выросла. И как тебя зовут, жених? Сапогин, Валерий. Ой, слушай, так бы сразу говорил, где ты столько времени пропадал? Служил на севере. А? Пойдем к нашему столику. Там мой приятель. Он от тебя в шоке. Ой, это Леонтик, что ли? Ну, знаешь, это не опасно. Жить будет. Спасибо. Никогда тебя этого не забуду. Хорошо, просто. Привет. Здравствуй, Арина. Здравствуй. Садись. Спасибо. Ну, ты хоть посидишь с нами? Ну, секунду просто так. Ну, все, договорились. Арина, мы пошли, пока. А, пока. Ну что, Валерка, может, хочешь официантом стать, а? Будешь купюрами кидаться. М? Можно. Но только это не входит в мои планы. Слушай, если серьезно, хочешь, могу устроить на курсы. Нормальная работа, правда, тяжелая. Учти, главные ноги. А, голова не нужна. Ну все, 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 я заткнулся. Саня. Да. Профессиональное заболевание. Я все хочу. Машину хочу. Хорошо одеваться хочу. Артистом быть хочу. Кем ты хочешь быть, я не понял. Артистом. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть, Валера, быть. Обязательно быть, правда, на Гамлета ты не тянешь. Да? На Ромео я тоже думаю слабо. Павел Корчагин, типичный социальный герой, комсомольский вожак и прочее. Зато ты у нас клоун. Да? Я понял, понял.
Спасибо. Черт зовут, чертовы ноги. Ну что, выпьем за любовь? Не понимаю, Арина, что ты нашла в этом социальном герое? А то, чего в тебе нет. А чего это во мне нет? Чего это во мне нет? Во мне всего навалом. Да. Да, Сань? Ну. Чем только люди не торгуют, даже головной боли. Каждый зарабатывает, чем может. Да? Угу. Санька, скажи, пожалуйста, а для чего вот вам всем столько денег? Вот тебе зачем столько денег? Чего смеешься? Для душевного комфорта. О, для душевной комфорки. Это как? А чтоб горело. А так, чтоб все было по душа высшему горит? Классу. Угу. Машина, музыка, квартира. Жена. 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 Чего смеешься-то? Моя жена не будет таскаться по чередям и собачиться с продавщицами из-за копеечной сдачи. Или плакать из-за пятна на платье. Деньги – свобода от быта. А быт – враг любви. Деньги, они дают чувство собственного достоинства. Да, Саня, у тебя достоинство. Ну ладно, кончай. И с ними я уже ни от кого не завишу. Вот так. Зависишь. Зависишь. От любого забулдыги в этом кабаке зависишь. Я уже не завишу. За эти 3 года, пока тебя не было. Пока ты палубу драил там. Во-во. Я уже в норме. И вам с Ленчиком долго меня догонять. Ой, Сань, да не догнать нам тебя никогда. Это что? Что? Почему бокал грязный? Метродотель! Метродотель! Что за дурацкие шутки? Нашел место. Сейчас шухер поднимется. А почему, собственно говоря, шутки? Милейший, а иностранцам вы тоже такие бокалы подаете? Не подаете. А что, значит, своим можно? Какие шутки? Ну, кончайте, ребят. Алло? А почему? Какие шутки? Метродотель! Добрый вечер, товарищи. Что у нас произошло? Вот этот молодой человек грубит. Да-да, грубит, хамит. Вот видите, кого? Невероятно. Надеюсь, товарищ Рогалев принес свои извинения. Да-да. Извините, товарищи, это недоразумение. Ну, вот видите, наш ресторан занимает первое место по культурному обслуживанию да-да. Клиентов. Да-да, ну, бывает, бывает. Я понимаю, конечно. Вы обещали шампанского, шеф, не так ли? Я? Да. Валера. Вер? Молодой человек, сколько вам лет? 22. Похоже, не похоже. Извините, Антонина Васильевна, вот молодые люди, они просят спиртное, я сомневаюсь. Ну, это легко проверить. Да? Да, конечно. Товарищ, у вас паспорт с собой? Дело в том, я дико извиняюсь, но в нашем ресторане подросткам не положено. Что? Я вам не мальчик. Пойдем, Марина. На. А это в залог. Завтра выкуплю. Лакей, вы все. И работа твоя лакейская. Ничего, ничего, все окей. Какой трудный день. Да. Поздравляю, Санечка, ничья, 1-1. Приходите еще. Завтра будет коктейль молочный. Да лакей! Ну, успокойся, ну чего, чего ты завесал? Подумаешь, обидели. Тоже мне самолюбие его заел. Ты тоже не сахар. Послушай, что ты против него имеешь? Да ты что? Я против. Я за. Пожалуйста. Нарывался весь вечер. Ты что, завидуешь? Я завидую Валерию. Ой, господи. Завидуешь. Послушай, Арина. Дай ему по шее и пошли. Да, без тебя разберемся. Вот они, настоящие мужчины. Чуть что, сразу к ногтю. Так что ты одумайся, дорогая, пока не поздно. Валера, 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 Атас, Валера, ты Валера! У него в штанах полно. Герой. Пусти. Валер, что Валер, ты имеешь пусти. Против меня? Ну пусти, ну пусти. Ну что? Пусти. Что скажу, имеешь скажу. Против меня? Я скажу. Валер, ну, говори, я только сказал. Спокуха. Алло, спокуха. Ну, быстро. Валера, спокуха. Все, спокуха. Все. Валера! Успокойся, оставь его. Скажу, Валера. Хороший ты парень, да. Но ты примитив, понял? Что? Сила есть, ума не надо, да? 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 Да, примерно так. Умники, все подонки! В гробу я вас видал! Умники!
тоже мне. Вышли тут. Все, друзья, Валера, детство. Все. Валера. Да. Пока я там 3 года палубу драил. Люди вышли, да? О! Эй! Грабу я вас кидал. Ну вот что, сапоги. Одного я тебя в таком состоянии никуда не отпущу. Чего ж не позвонил-то? Да я девушку провожу. Мама ж волновалась. Видишь, она живет далеко, а там телефона нет. Есть будешь, нет? Нет. Девушка-то хоть хорошая? Нормальная. Это она тебя так проводила? Нет. Да. Там столкнулся. Ну что ж, дальше-то будешь делать, сынок? Не знаю. На следующий год в ВГИК поеду поступать. Куда? В ВГИК, на артиста. Придется тебе вложить в меня некоторую сумму. Нет, сын. На глупости от меня. Поддержки не жди. Ну, почему глупости? Это не твое это место. Откуда ты знаешь? Да уж знаю. Почему? По кочану. Всю свою жизнь вы прожили либо по чувству долга, либо по привычке. Чувство долга не самое плохое чувство. Ну что у тебя? Деревня, ФЗУ, завод. Все, прямая линия. А у мамы? Призвание, что ли? Да педучилище было рядом, вот и все. Мама свою работу любит. Привыкла. И не надо, пап, нам навязывать ваш образ жизни. Дурачок ты, Валера. Да правда, и все-то вы нынче наш образ жизни. Да мы ж счастливые были. Без штанов он, голодные, а счастливые. А вы? Ну чего вам? Чего не хватает? Чего все ноете, плачетесь что-то, жалуетесь? Да не жалуюсь я, бать, не жалуюсь. Ну не ты. Он на весь Союз. Легко ли быть молодым? Да какие у вас трудности-то? Грундик этот японский достал. Грундик не японский. Да какая разница? Мы вон страну после войны подымали. А развалил кто? Я не разваливал. Ты знаешь, как я работал. А вы только об заднице, об своей печетесь. Как бы кусочек послаще урвать. Да ладно, папка, не шуми. Ты знаешь, почему вот нам так трудно понять друг друга? Ну почему? Да потому что я сын мужика, лапотника, а ты сын почетного человека. Вот всю жизнь мне твердят, всю жизнь. Бери пример с отца, бери пример с отца. А скажи, пап, почему я должен брать с тебя пример? Ну почему? У меня своя жизнь. Не ори, маму разбудишь. Ей в ночь-то опять плохо было. Вот что, сынок, поговорю-ка я лучше с Митрофановым, чтоб взял он тебя обратно в бригаду. Вот там тебе и своя жизнь будет, а не будешь дурака валять. Может, тоже и до звездочки дослужишься. Ладно, Митрофанов не проблема, возьмет, никуда не денется. Я спать. Конечно.
примитив. Посмотрим. Валера, Валер, с добрым утром. Как спалось? Не помню. Ты знаешь, а мне опять кошмары всю ночь. Ну что ты будешь делать? Будто летим мы. Опять на озеро, соли рыбаки мало взяли. Двигатель отказал. Штурмана в клочья. Ага. Слушай, Валер, а может мне какое лекарство попринимать, а то ведь я с этим кошмаром и того, а? Дядя, будь человеком, но покормил своих крыс, ну и дуй к себе. Валер, ну давай, вставай, вставай. Вставай. Ты ведь обещался к 9. Бригада Митрофанова, давай, вставай, неудобно. Давай, быстро. А то я опоздаешь. Школу так будили. Как упрется, не пойду, не желаю, неинтересно. Здоровенький мальчик, женить тебя пора, а то совсем загуляешь. Где бригада Митрофанова? Да вот здесь, наверху. Ага, спасибо. Пожалуйста. Валера, отслужил, да. Молодцом. Отец говорил мне, я за, все путем. Бригада, думаю, возражать не будет. Да какие дела? Имею право. Да у нас тут демократия. Каждый лишний человек в бригаде меньше заработок. Уладим. Ребята, давай сюда. Спускайся на минуту. О, какие люди. Валера. Здорово! Защитник отечества! Иди сюда, Колька! Иди сюда! Тихо! Тихо! Для тех, кто не знает, это Сапогин Валерий, сын вам известного Александра Филипповича Сапогина, героя социалистического труда, депутата Верховного Совета. Ну, Валера до армии работал у нас, имеет 3-й разряд. Теперь вот вернулся, опять хочет к нам. Ну как, возьмем? Вопрос. Значит, решили. А можно Сапогину вопрос? А вы что, не согласны? Почему мы не согласны? Нам бы просто хотелось знать, с кем мы будем работать. Ну вот, начинается. Я что, не ясно сказал?
Валера сын героя социалистического труда. Да ладно, бригадир, че про отца-то? Я сам. Товарищ интересуется, могу ответить. Спрашивайте, товарищ. Почему опоздал? Куда? Только что. Тебе ведь было на 9 назначено. На 4 минуты опоздал. Что, серьезно, что ли? Вот дает, а? На 4 минуты. Что ж теперь, бегать как Бобику, высунув язык? Какой разряд говоришь? Ну, третий. Что, не слышал, что? Третий разряд у него. Был третий. Он эти 3 года не у станка стоял. Может, его в ученики? Я свое отучился. Ну ладно, пошутил я. Да вы что? У него голова варит в смысле техники-то. Ну мы знаем кончаем его. Кончаем базар. Сопляки опять за свое. Ну чего, ничего. Нет, давай, пусть проявит. Давай. Твое отношение к алкоголю? На работе не отражается. И кому какое дело, где, сколько и на чьи. Правда, курю. Это ничего, можно? Как? Почему? Это твое личное дело. Я лично не пью и не курю. Молодец. Нечего травить детский организм. Сварочное дело знаешь? Гвоздь забивать могу. Еще вопросы есть? Хотите учиться дальше? Хочу. Только смотря чему и у кого. Верно. Ваши планы на ближайшие 3 года? Жениться, квартиру получить. Кем хотите стать к 30 годам? Я-то директором завода. Здесь не курят. Как относитесь к перестройке? Они у нас у всех спрашивали. Слушай, тебе надо, ты и перестраивайся. Мне перестраиваться нечего, я и раньше был нормальный. Что это у вас, комсомол, что ли, так заработал? Не обращай ты внимания, потом разберешься. Это все, как говорится, проходящее. Чисто видно, что он человек эгоистичный, самолюбивый, скрытный. Может не вписаться в коллектив. Ничего не меняется. Надо армии, товарищ. Ну что, хватит, товарищ. Ну не хотите брать? Скажите по-человечески. Ну зачем же это грубо? Неужели у знатного отца не может вырасти нормальный сын? Что за примитивное мышление? А что? Валера, да плюнь ты на это дело. Да что тебе тут лазить в мазуте кувалдой махать? Пошел бы ты к отцу на японский станок с программным управлением. А что? Я бы на таком станке тоже свободно мог героя получить. Ладно, ладно, хватит выступать. Тебя к этому станку ты подпускать нельзя, особенно по понедельникам. А что такое? Что ты завелся? Да после тебя японцев надо к нему приглашать за валюту. А успокойся, успокойся. Ну ладно, хватит. Демократия хороша до предела. Оформляйся, Сапогин. Ну вот. Другой разговор. А то прям как не родные. Да нет, родные. Вся корабельная сторона нам родня. Да что такое? Что ты на меня баллон покатил? Чего ты высовываешься? Я? Чего? И не умничай. Дыши в сторону, за версту разит. Перестройщики нашлись, каши еще мало есть. Да привыкать вам надо, да, понятно, надоели. Привыкли. А вам демократия это гласность, а вы бардак устраиваете. Ничего, ничего. И это переживем. Посмотрим. Тебя как звать? Никита. Где служил, Никита? Я не служил, по состоянию здоровья. Че, больной, что ли? Хочешь, я тебя в секцию устрою? У меня разряд по плаванию. Что это за пацаны у вас такие, шустрые? СПТУ 2-й год у нас работают. А-а-а. Не ладят с нашими стариками, воюют. А чего? Да не согласны кое с чем. Они даже Горбачеву писали по поводу перестройки на заводе. Да я те ребята. Что, сознательные, что ли, очень? Не люблю я их. Почему? Потому что они меня не любят. А, они почему? А потому что я вот это все не люблю. Анатолий Васильевич! О, за боги! Приветствую, Анатолий Васильевич. Здорово. Ну, отслужил? Да. Поздравляю. Какие проблемы? Да вот решил возобновить занятия. Друг привел к тебе. Смотри, длинный, расслабленный. Что ж тебе надо? Абонемент? Группа здоровья?
Ну, трудно мы сделаем. Какой абонемент? У меня разряд, я спортом хочу заниматься. Тебе сколько? 21. Старты для спорта, старт. Вон, видал, что делается? Вот это материал. Ну и что мне делать? В шахматах держится дольше. Я плавать хочу. Плавать будут они, а ты будешь купаться. Это кто так решил? Ты, что ли? Почему я? Это общее положение. Это что? Какой-то дядя будет решать, плавать не или не плавать, быть или не быть спортсменом? Уже не быть. Твой поезд ушел, старина. А абонемент я могу сделать. Ты позвони, денечка. Ну, так через три. Пятая группа, разминку закончили? Ну, пока. А выглядишь хорошо, в форме. Пока, старина. Пошел ты. Вот нам и бассейн. Все. Ты сейчас куда? В библиотеку, в читальный зал. Че, зачем? Я в это время обычно читаю. Что, каждый день, что ли? Ну, стараюсь каждый день. Ну, да, ее. Ну, посоветуй мне тогда, что почитать, чтобы быть в курсе. В курсе чего? Ну, разговоров так, чтобы дураком не выглядеть. Ну, советую «Огонек». Самое экономное по времени. Да? Я читал в поезде. Там что-то все про Сталина, про Брежнева. А если без дураков, то это лет 10 упорного труда. Каждый день. А когда втянешься, то до конца жизни. Да ну. А жить когда? Это и есть жизнь. Я уже 7 лет бьюсь. Изучаю различных философов, религий. Страшно трудно, но интересно. Ты смотри, какие Чего? Морковки. Что ж ты с такой башкой-то у нас на заводе работаешь? Тебе ж работа-то не нравится. Мне так надо. Ты знаешь, мне с тобой интересно. Давай вместе держаться. Ты знаешь, я не умею дружить. Да ладно. Ты не кисни. Не вышло с плаванием, бегать будем. Почитаем, побегаем, почитаем, побегаем. Идет? Ну ладно, я пойду. Давай. Алло. 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 Мне Арину. А кто спрашивает? Один знакомый. Все-таки. Ну, Валера Сапогин. Ах, Валера, ну, во-первых, здравствуйте, Валера. Здрасте. Наслышана о вас. А во-вторых, Арины просто нет дома. А где она? Приехал Вадим Репин. Кто? Ну, талантливый молодой скрипач Вадим Репин. Весь город там. До свидания. Работает? Еще как. И зверь бежит. Ты откуда взялся? Из бани, Валера. С легким паром. Спасибо. Ох, еле-еле дошел. Ты представляешь, что я сейчас видел, а? Ну? Летающую тарелку. Правда. Выходим, она висит как раз против элеватора. Ты много принял в бане-то? Да при чем здесь принял? Все видели. Она полчаса висела. Висит, а народ на нее смотрит. Ой. Вот огненный шар такой ослепительный. И луч. Слушай, ты шел бы домой, а? Бате расскажешь. Там старики в дворе сидят, им. А зачем они мне? Я к молодежи привык. Я в последнее время все больше по общежитиям. Ты уж извини, так жизнь сложилась. Но от меня это не зависит. Валер, а ты знаешь что? Мне про эту тарелку раньше много рассказывали, даже очень много. И я не верил. А сегодня собственными глазами увидел, это жена, да? Угу. Теперь разговор на всю оставшуюся жизнь. Ну, а как же? Поневоль задумаешься? О чем? О жизни. На то она есть жизнь. На что-то она ведь нам дана. Вот на что она дана, как ты думаешь? Да откуда я знаю? Помни, и нас с тобой думали, не додумались. Да. Живем себе и живем. Нет, не скажи. Жизнь. Вот мы с заводкой в очереди стоим, в баню ходим. А спим сколько? А они-то летают. Те-то. Значит так, дядя, вали отсюда. А что такое, а? Ну, вали, сказал. А что такое случилось? Могу я со своей девушкой увидеться без свидетелей? Ой, Валера. Все, давай. Извини, ухожу, ухожу, ради бога. Все, извини, ушел. А
спасибо, мне понравилось. Привет. Добрый вечер. А, да, познакомься, пап. Это Валера Сапогин. Сапогин? Александр Филиппович и сын? Бегеев. Да я знаю. На одном же заводе. Давайте я подвезу ее на колеса. Спасибо, пап, мы прогуляемся. Ну, счастливо гуляйте. Счастливо. Я заскочу как-нибудь. Главный строитель такого завода мог бы и получше машину иметь. А ему без разницы, лишь бы возил. Валера. Добрый вечер. Здравствуй. Тоже слушал? Молодец, молодец. Очень обогащает. Как мама? Привет передавай. Обязательно. Ну, счастливо. Всего доброго. Кто это? Это Тарабанов, директор нашего завода. А-а-а. Не знал, что у нас такое музыкальное городишко. Послушай, из чего ты вдруг решил разыскать меня? Ну что, опять в академию будешь поступать? Ну, куда я денусь? Мама спит, во сне видит. Господи, знаешь, живопись вообще кошмар моей жизни. Для этого одержимой надо быть. Сколько таких в Москве я видела. А какие-то хмурые, смурные, руки изъедены растворителем. Я все ничего такого не замечаю. Хоть не врешь. О, сейчас дождик будет. А, надоело. В конце концов, могу я быть сама собой? Ну? Мне нравится учить детишек рисованию. Вот и все. Обойдемся без академии. Ты знаешь, что дома было? Ну, а что? Что, обманутые ожидания? Да. Куда меня в детстве только не толкали. Живопись, музыка, фигурное катание, плавание. Только бы обнаружить какой-нибудь талант. Ну, щиты варить научили? А ты что, в жены меня собираешься взять? Собираюсь. Одна деталь. Я ведь замужем. Что же это он позволяет тебе по ночам-то шляться? Ну, иди сюда. А то вдруг какой-нибудь кислотный дождик облысеешь. А зачем ты мне лысый? Я даже не знаю, где он. Ушел месяцев 5 назад из дома. Ничего страшного. Потом мы всех разбудим. Не разбудим. Во-первых, мы не будем шуметь, а во-вторых, пойдем черным ходом. Какой? А там прям ко мне. Какой черный? Все хорошо. Все очень Валер. Хорошо. Пошли. Валер. Все замечательно. Неловко, правда. Да не бойся, ты все нормально. Ну, говорю, все нормально. Пошли, иди сюда. Да. Здесь. Тихо. Не шуми. А то мы еще что мы воры. Мы не воры, мы подпольщики. Сейчас придем, забросаем всех гранатами в штабе. Подожди, я сейчас свет включу. Стой здесь.
Шуманский, наверное, прилег с вечера, а сейчас спит. Ну там раскладушка есть, а он спит как медведь. Так что пошли. Ты что, с ума сошел? Пошли, Арин, пошли. Все. Ну, Арин, что? Ну, вынеси его в коридор. Арин! Арин, подожди. Ну, подожди, тебе говорят. Ну, подумаешь, девочка. Пожалуйста, не надо. А такси? Ну, дай-ка провожу. Такси! Арина! Мне надо лично. Подожди. Ну, подожди. Арина! О, Валерочка, ты чего такой расстроенный? Сколько же времени-то, а? Ой-ой-ой. Я тебя просил. Просил? По-человечески просил. Просил, Валерочка. Ты что, с ней поссорился? Да не бери ты в голову. Не бери, никуда она не денется, прибежит. Я этих женщин-то знаю. Ты знаешь, что я тебе посоветую? Что ты мне можешь посоветовать? Тебе сколько лет? Тихо. А у тебя ни работы, ни семьи, ни дома. Ты что, Валера? Детей даже нет. Опомнись, Валера. Учитель жизни. Туда же с советами. Все у нас советуют. Страна советов. Да. На свою жизнь оглянись. Во, насоветовал. Да. На лампочки мне твои советы. Все, ладно, иди, иди, иди в свой угол. Ну зачем ты так, Валера? Валера, Валерочка. Отстань, я спать хочу. Валера. 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 Что, завтракать? Сейчас. Тебя к телефону. Да. Валер, привет. Это Ленчик. Привет. Слушай, старик, мы вчера с Саней тебе весь вечер звонили. Куда ты пропал-то? Занят был. А мы с Саней у меня вчера вечером так классно посидели. Хотели тебя выдернуть, а сейчас у нас пиво есть, приходи. Не, не хочу. Перестань, старик, все тип-топ. Что было, то было. Мы же старые друзья. Я бегом занялся, мне бежать надо. Брось, сейчас пиво... Гордей уехал. Ты не знаешь, почему? Откуда я знаю? Я его не гнал. Главное, ему ехать-то некуда. Ему вообще в жизни не везло. А Валера? Что ты на меня смотришь? Я-то здесь при чем? Ни при чем. Он просил тебе привет передать. Спасибо. И что, не сказал, куда? Нет, не сказал. Раз.
Валерочка, может, все-таки обидел ты его, а? Ну, о чем вы говорили? Так, ни о чем. О женщинах. О женщинах? Кажется, мам, ну я не помню. Мне спать хотелось тогда. И вообще. Слушай, а может, как-нибудь ненарочно? Вот знаешь, у тебя это бывает. Обидел и не заметил. Валера... Не может быть. Слушай. Валера, Валер, мы тут с Саней поспорили. Он считает, что тебе слабо за 5 минут добежать до моего дома. Кому? Мне слабо? Ну да, тебе слабо. Засекайте. Через 5 минут буду. Давай. Вон он, смотри! Валера! Валера, давай, давай, давай! Жми! Жми! Последние 10 метров! Финиш! 4 минуты 48 секунд. Санечка, подставляй. Проиграл. 4:47. Ой. А? Ну чего? Запарился, спортсмен? Кто я? Еще 10 раз постолько могу. О-о-о, молодец. Ты здоров. Ну ладно, хватит, давай, поднимайся. Пивко ждет. Нет, я с вами один раз попил. Ну ладно, Валер, кончай, ну, поднимайся, посидим, побалдим. Шутка была с твоей стороны, с моей. 1-1. Валер. Слушай, Валер, он перстень уронил. Да, давай, помоги найти. Где? Да вот здесь вот, поближе, прямо под балконом, вот здесь. Правее, правее. Да-да-да-да, ага, вот здесь, в траве, посмотри, посмотри. Поближе, Валер, еще поближе. Валера, Валер! Валер, подставляй рот, охладись давай. Это пивопровод дружбы, дай мне. Пиво-то хоть свежее. Да свежее, свежее, вчерашнее, поднимайся. Ну, Валер, поднимайся, давай. Давай, поднимайся, все, 2-1 в мою пользу. Валер! Ты что, Валер? Валер, ну ты что, шуток не понимаешь? Валер! Валера! Валер, ну шутка была, ну! Да, обломала его армия. Что ты мне рассказываешь? Ты же неделю прогулял. Неделю, ты понимаешь это или нет? Ну и что? Как, ну и что? А по какой такой причине? Так вышло. Так вышло. Так вышло. Ну ты тогда хоть, так сказать, справку принеси, что ли? Какую справку? Ну, почему ты прогулял? Так вышло. Слушай, может, ты у нас работать не хочешь? А кто хочет? А ну зайди. Но ты учти. Мы тебя по статье уволим. Здравствуй, Николай Савельевич. Здравствуй, здравствуй, Валерий Александрович. Устраиваешься? Вот. Прощай, вольная жизнь. У себя там. Напомни к отцу. Друг забыл. В четверг вечером зайду к вам. Ладно. Поговорить надо. По-семейному. Копеечка, орлом.
Никит. Тихо ты. Скажи, я примитив? Ну, если спрашиваешь, уже не примитив. А что ж, я прочитал страницу, и мне спать охота. Это с непривычки. Нужно тренировать мозг. А че ты на заводе работаешь, если тебе не нравится? Чтобы себя совершенствовать. Мне не нравится, а я работаю. Зачем? Чтобы найти себя. Все, не мешай. С первым рабочим днем. Быть надо. Мужики, не могу сегодня. Правда, не могу. Ну, не могу. Занят. Валера, с первым рабочим. Ну, спасибо. О, Валера, с первым рабочим. Ой, ну. С первым рабочим. Угу. Никита! А что это за аппаратист у вас? Который? Ну, который со своими тестами, все записывает, считает. А, инженер. У него инженерное образование, а работает слесарем. Деньгу заколачивает. Ну и деньги. Рабочий будущего. Человек 21 века. Меня сдали бы давным-давно, да вот смерть не подводит. Здравствуйте, Василий Васильевич. Привет, Валера. А вот этот лифторовоз, который открывает новую серию. Ух ты. Это же Тарабанов, директор завода. Ну да, Тарабанов. Он тебя знает? Кто, дядя Вася-то? Да они с моим отцом, кореша с детства, дружим семьями. Ну ладно, Никит, давай, я пойду. А читалка? Я не могу сегодня. Правда, не могу. Слушай, не могу. Что, сдался? Да не сдался я, хотя мне читалка. Дело есть у меня. Надо из одного друга развод выбить. Давай. Ну, я. Встретил бы, не узнал. Я Сапогин. Ну и что? Не помнишь, что ли? Ну, в школе ты в 10-м, я в 8-м. В секцию ходили, самбо. Ёлы-палы. Ну и что? Поговорить надо, вот что. Значит так, Добровольский, Дима, завтра подпишешь заявление о разводе с Ариной, понял? Расписываться не разучился? Как я понимаю, вы пришли просить руки моей жены? Или мне показалось? А вы хорошо все обдумали? Да. И Арина отвечает вам взаимностью? Да. Ну что ж, чудесно. Я очень рад.
Давно хотел выдать ее замуж. А вы, как мне кажется, для нее являетесь человеком достойным. Рад был вас повидать. Взаимно. Прошу вас. Слушай. Ты мне скажи, как ты сюда-то влетел? Надежды подавал, гордость школы. Ой, ёлы-палы. Поехали. Молодой человек, вы... Не надо ломаться, молодой человек, вы, не надо. Скажи, что ты добиться хочешь? Ничего. Правда, ничего. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое и не задавали мне вопросов. Умный, да? А если сейчас в лоб закатаю, станешь проще? Но я же сказал. Приносите ваши бумаги, я подпишу все, что нужно. А найти вы меня можете всегда здесь. Дима.